открыл для себя нового художника. Как-то он из поля моего зрения выпал. Некий Джузеппе де Никис. Обратитесь тоже вот в интернете, поищите. Я сделаю это с абсолютным удовольствием вместе с вами. Смотрите, вот камера не может передать вот этих всех эффектов. Вот это все как будто золото. Золотой свет, как будто она в золотом свечении, в золотом свете стоит. То есть ни капли желтой краски, ни капли там белой краски. И, кстати, и золотой краски там тоже нет. Вот эти соотношения цветов, великолепная подборка цветов, создает вот это вот свечение золотого света. Если отойти подальше, это будет еще больше видно. Еще, наверное, дальше отойти. Вот сейчас отсюда уже более-менее. И все равно на экране вот вы видите желтоватый свет вокруг красавицы. А в действительности он вот действительно золотой. Друзья, Эдуард Мане. Нам всем известен в основном Клод Мане. Однако посмотрите, что вытворял его однофамилец. Шикарное сочетание краски, шикарное сочетание техники. Друзья, здравствуйте. Эдуард Мане вашему вниманию предоставляется. Не путать с Клодом Моне, это Эдуард Мане. Посмотрите, какое шикарное сочетание цветов, шикарное сочетание смешивания техник. Размазанные, растекшиеся, придавленные теневые участки и вот выделены самые главные места. Прерванное внимание на том, что вот лежит в корзине, залито светом. Все остальное как бы выпадает из нашего поля зрения. Но, однако, присутствует на картине в полном размере. Друзья, один из мостиков Мане, в данном случае Клод Мане. Если вот подойти близко к картине, ну, черт ногу сломит от количества окраски. Кстати, обращаю ваше внимание на то, что я всегда говорил на уроках, что теневые не любят много краски, а световые любят много краски. И вот если отойти далеко от картины, появляется полная контрастность и глубина изображения. Шикарная работа. Друзья, частная коллекция Клод Мане очень редко выставляется. Мы с вами можем предоставляется такой шанс посмотреть ее. Кровать из хризантем. Имеется в виду, видимо, как поле из хризантем. Какие же некрасивые эти закорючки. И всю, наверное, целиком. Одна из сеятелей. В этой картине не так как бы вот эта 3D-шность краски обращает на себя внимание, как сочетание цвета. Экранная вот картинка не передает, что вот этот цвет не ярко-зеленый. Вы видите, его ярко-зеленый. Он скорее такой грязно-охристый. И солнце, но не ярко-желтого цвета, а скорее вот такого гогеновского цвета, тоже вот охра со средней желтой, плюс там немного красного. Это к тем, кому нравится творчество Ван Гога и кто пытается его как бы копировать. Обращайте внимание, не так все это в репродукциях выглядит, как есть в действительности.